Начало апреля – время для подкормки озимых, баранования почвы и подготовки к севу яровых. С первым почти закончили. Готово на 74%, против 1% к аналогичному периоду прошлого года. Помогла теплая, почти бесснежная зима. В целом по области озимые зерновые культуры находятся в хорошем состоянии на площади 135 тысяч гектар или 46,1% от посевной площади. В удовлетворительном состоянии на площади 177,3 тысячи гектар или 53,9%. 83 тысячи тонн семян и более 60 тысяч тонн удобрений ждут своего часа. Работы по баранованию, которая позволяет сохранить влагу в почве, выполнены больше, чем на треть. Мы начали 4 апреля. На сегодняшний день сбарановано 1100 гектаров. Работают 4 агрегата, 2 смены, ночью и днем. Нам еще предстоит 2400 гектаров закрытия влаги. А дальше по погоде уже сев. Один из важнейших вопросов – соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в отношении противодействия коронавирусной инфекции. Сергей Морозов жестко обозначил необходимость контроля на всех этапах как со стороны глав муниципалитетов, так и со стороны работодателей. Целые сектора экономики мы разрешаем выходить из вот этого карантина. Но при одном условии, коллеги, это ваша задача. Мы вам и вчера об этом говорили. Все работодатели должны соблюдать строжайшие базовые требования к защите трудовых коллективов. Профильное министерство разработало для сельхозпроизводителей рекомендации по проведению профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.